Так, играем в игрушку под названием Клон Армия. Клон Армия. Так, а ну-ка. Как мне их победить? Так, есть, одного уничтожили. Так, и второго. Убили меня. Клонируем чуваков. Ух ты, нифига, сразу троих клонировали. Нифига себе, круто. На, получай, вонючка. Нет, меня убили. Ах ты, ё-моё. Может быть, еще наклонируют побольше? Раз, два, три, четыре. Ох, нифига. Так, четыре чувака. Так, отлично, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На, да ё-моё, как их убивать-то? Ладно. Раз, два, три, четыре, пять. Ох, нифига. Много наклонировалось. Очень много наклонировалось. О, это получается, вот все, что я делал изначально, они повторяют это все. Я так понял. Сейчас мы проверим, правда это или нет. Все то, что, типа, ты как играл, так и не делают. Но сейчас проверим, будет ли чувак там прыгать сзади много раз. Да, прикинь, Клон Армия, офигенная игрушка. Мне нравится. Они клонируют все то, что я делал изначально. Офигеть, ребята. Как интересно. Ладно, идем тогда. На пролом. Видишь, они все на пролом сейчас будут бежать. И сколько, интересно, они наклонируют нам. Чуваков этих. Видишь. Теперь вот этого сверху убить надо. Ах ты, гад, меня убил. Ладно. Сколько раз они будут клонировать, интересно? Клонировать, наверное, будут столько раз, сколько нужно, чтобы пройти игрушку. О, есть. Мы прошли этот уровень. И получили одну звезду. Так, а это что такое? Ух ты, давайте открывать. Офигеть, а что это такое за карточки какие-то? А, смотри, с ножом какой-то чувак, а это что? Ну, какой-то бустер. Типа ускоренный чувак. Приватный какой-то. А, вот это что такое у нас? А, монетки. Ну, блин, какая классная игра. Мне нравится. Так, а это что такое? Шоп и апгрейд. Давайте зайдем в магазин и улучшение. Так, давайте вот этого чувака улучшим. А, здоровье добавим. Есть. Так, ну все, кончились деньги. А, вот это что такое? А, вот это я не знаю. Play. Ага. Так, вот такая база у нас. Kill all the enemy clones. А, убей всех клонов. Называется. Ну что ж, клонируем. Так, пока первый идет. Так, все, мы как бы наклонировали его. Да, теперь будем клонировать следующую. Creating a new clone. Создание нового клона. Хорош. Создали клона, и теперь мы идем побеждать. Также мы идем вперед, стреляем, убиваем. Так, дальше мы клонируем. А, this close of the... Чего? Не понял я. Так, все, пошли у нас чуваки. Так, теперь я делаю... Нет, я иду вперед. Ах ты гад, смотри. А, с ножами меня убил просто. Да, клон меня убили. Так, а ну-ка давай вот этого сделаем, клонируем. Командос. Так, теперь я с мечом. Вот этого буду мочить. Тыщ, 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 тыщ. Есть. Уничтожили. А теперь вот этого. Тыщ, тыщ, тыщ. А, нифига. Ну да ладно. Кого еще можно клонировать? Так, а у нас денег нету, да? Ну давай вот этого еще клонируем. Вот этого чувака. С пушкой. Все, харе. Сейчас мы далеко дойдем. Так, этого убили. Так, теперь вот этого надо убить. Ага. На тебе. Все. Прошли мы миссию. Прошли. Получили 3 звезды. Открываем. Что там у нас лежит? Опять карточки. Ух ты, нифига какой чувак мощный. Так, монеты. И еще снайпера. Офигенно. Поехали в бой.
Так, что у нас тут такое? А, сделать улучшение. Ну давай, Марксмен. Марксмен какой-то. Ну давайте улучшим его. Хорош. Все. И что делаем дальше? Назад. А, история. А, вот у нас первую прошли, вторую прошли. Вот теперь третью. А сколько там вообще всего у нас? Ох ты, нифига! Сколько уровней-то? 22 уровня получается. Ладно. Так, давайте на третью заходим. Играем. Так, что у нас здесь в третьем уровне? Так, вот у нас кинжалами много, прям чуваков. Ну ладно, в принципе, я понял, как их убивать с кинжалами. Попробуем сейчас. Все, клонируем вот этого чувака. С пушкой сначала. О, на-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 на. Ах, надо было ближе. Дальше иди, конечно же, дальше. Почему же я на одном месте-то стоял? Все, клонируем следующего. Все, надо прям подбегать поближе. Ух ты, меня разбили. А, всех разбили, почему? А ну давай еще раз проверим. Так, умрет этот чувак или нет? Да, он умирает. Почему так-то? Блин. Я думал, он будет жить вечно. Нифига. Ну ладненько, здесь постоим. А, вот они, видишь, идут. На. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, меня сейчас он убьет. Так, гад, а? Все, убили меня. Ну да ладно. Мне нужно еще одного вот этого чувака. Вот, может быть, вот этого возьмем, клонируем. Нифига, они еще и денег стоят. Так, ну здесь... А, я получаю... А, да, получается, за убийство я получаю деньги. Во. На. На, есть, убил его. Так, давайте, наверх. Ух ты, ё-моё. Тихо, тихо, тихо. А как ты так стреляешь-то, а? Гад, гад, гад. Он меня сейчас убьет. Он меня сейчас убивает. На тебе. Выстрелил, да я? Успел стрельнуть или нет? А, 105 монет. Ну давай еще вот этого, еще одного вот этого чувака возьмем. Угу. Так, пока что понятно, как играть. Так, ну эти разберутся, а я вот этого должен стрельнуть. Блин, а как ты так, а? На, на. Нет, он меня все-таки убил. Мне надо кого-то чувака с мечом взять еще. Вот, он стоит, в принципе, 25. А, этот бесплатно, слушай. Давай этого, который бесплатно. Почему нет? Может, он то, что слабый очень. Ну, ничего страшного. Пусть слабый будет. На. Ах ты, меня так убили быстро. Да, не справились мы. А, берем вот этого снайпера за 150. Так, а у нас получается 8. 8 из 11. Так, здесь мы всех убили. О! Вроде бы всех... Да, мы всех убили и получили одну звезду только. Чё, реально, что одну звезду? Очень мало. Так, ну давайте откроем, что у нас здесь новенькое что-то есть. А ну-ка, что мы там получим? Ух, нифига, сколько много карточек. Так, это что такое у нас? Лаунчер. Лаунчер какой-то, фиг знает, что это. А, золотые монеты. Ух ты, инкубатор у меня улучшенный будет. Так, рейнджера. А, улучшение на рейнджера, понял. А, гайнер. Гейнер, какой-то стрелок. Оу, новый автомат. Угу. И карточка просто монетки. Ладно. Ну давай попробуем. Что у нас тут? Давай попробуем переиграть миссию. Почему бы и нет? Мы сейчас попробуем ее переиграть. Так, нужно понять, что и как тут играть. Нам нужно с ножами еще чуваков. Ладно, понял я примерно. Берем сначала вот этого чувака, бесплатного. Так, бежим и стреляем. Во! Есть! Так, одного мы уничтожили чувака. Дальше берем бесплатного. Так. Так. Вот этого сейчас убиваем. Нет, тут надо с мечами еще. Брать чуваков с мечами. Вот одного с мечом берем. Кстати, потом надо будет два их взять. Все. И здесь с мечом их убиваем. Надо еще одного с мечом взять. Интересно, слушай. Очень интересно. Достаточно таки игрушка непростая. Все, я тут их всех разложил. Теперь мне нужно еще одного с мечом.
Хорошо было бы с автоматчика. Ладно, берем еще одного с мечом. Чувака, то, что там у них их двое было. Угу. Лады. Лады. Так, вот этого еще. Бьем, бьем, бьем. Ах, не успели. Какой ты живучий, а, гад. Так, все, вот этого берем Маркуса. Маркусмен. Маркусмена мы куда-нибудь наперед поставим. Во. Так, вот этого убили. Теперь вот этого убиваем. Ах ты гад, а смотри, какой он сильный. Я ему ничего не смог сделать. Давай еще вот этого командоса туда берем. С мечом. Почему бы и нет? Сейчас мы подождем, пока все тут расфигачатся. Этот его фигачит. Я вот этого убиваю. Все. Выиграли. Победа. А только 2 звезды. А сколько надо было? 3. Чтобы 3 звезды получить. Ну, как-то так. Ну, игрушка интересная, ребята. Будем в нее играть. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайк этому видео. Обязательно. И передавайте, пишите комментарии. Передавайте приветы. Всем пока-пока.